на клубы, в которых играют колумбийские футболисты. Ну, конечно, аргентинцы превосходят, да. Но я думаю, что в мире не так много сборных, которые могут похвастать. Количество, ну, наверное, вырастило не совсем правильно, который дал путь в сборной большому количеству молодых аргентинских футболистов. Очень много. Ох, какой эпизод! Первый. Посмотрим. Ди Мария. А вот получилось сейчас у Ди Марии. Подача. Удар поворота. Исполнение аргентинцев. Гала рядом со мной подпрыгивает на стуле. Это только начало. И нам еще предстоит узнать, как бразильцы сыграют свой четвертьфинал. Можно сколько угодно заплевывать сборную Бразилии. В общем, есть за что. Но мы понимаем, что полуфинал Бразилия... Подача. Да, можно бить. Можно бить еще раз. Что произошло? Ди Мария подает. Здесь было нарушение правил.